Весна и тем более лето – это пожароопасный период. Каждый год муниципалитет готовит к борьбе с огнем специализированную автотехнику. Ее предоставляют две организации – Межрайонный Щелковский водоканал и Служба озеленения. В минувший четверг на площадку межрайонных очистных сооружений съехались более 10 большегрузных автомашин, способных оперативно обеспечить в случае возникновения пожара подразделения МЧС и Мособлпожспаса дополнительным объемом воды. Многотонные водовозы выстроились на смотр, во время которого представители местной администрации и специализированного областного госучреждения МОСАВЦ дали оценку состоянию автотехники и оборудования, а также подготовленности водителей к действиям внештатных ситуациях, связанных с наступающим пожароопасным периодом. Сейчас у нас рано начался в связи с отсутствием снега, малых осадков. Сейчас пойдет бал травы. Естественно, сотрудники пожарной охраны и МЧС всегда привлекают в случае больших невштатных ситуациях и муниципальную технику. Вот. Как и у водоканала, межрайонного Щелковского водоканала готова техника, так и у службы озеленения и благоустройства муниципальная. Вот, вся техника готова, готова к подвозу воды и также готова к раздаче воды в пожарные рукава в случае необходимости. Посмотрели проверяющие и отработку забора воды из специального пожарного пруда. Цель учения и была подготовка техники к пожаротушению, взаимодействию, насколько мы подготовлены к нештатным ситуациям, чрезвычайным. Представители МОСАВС, инспекторы приезжали, осматривали технику, ее готовность, ее техническое состояние, оснащенность. Оснащенность имеется в виду оборудованность, ее работоспособность и, конечно, была проверка документации, а также насколько люди проинструктированы и готовы работать в нештатных ситуациях, имеется в виду при пожаротушении. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.